В природной жемчужине России в Якутском парке Ленские столбы горят леса. Огонь охватил площадь уже в 30 гектаров. Пожарные не могут пока что справиться с этим возгоранием уже третий день. На месте работают больше 50 человек, в том числе и добровольцы. С воздуха в тушении принимает участие вертолет. Министерство охраны природы Якутии призывает посетителей природного парка соблюдать правила пожарной безопасности. С огнем надеются справиться уже сегодня к вечеру. В парке Ленские столбы входят во всемирный список наследия ЮНЕСКО. Сейчас в Якутии огнем охвачено больше 1000 гектаров леса, в том числе и особо охраняемые природные территории.